Пушкинском троллейбусном депо на 17 удобных троллейбусов станет больше. Салоны транспорта с низким полом без ступенек оборудованы фиксацией инвалидной или детской колясок. Троллейбусы оснащены системой, исключающей зажатие пассажиров между створками дверей. По словам членов общественного совета «Химки. Интересно жить», транспорт по достоинству оценят маломобильные горожане. Потому что имеются в городе граждане маломобильные, и для них, конечно же, актуальны низкополые троллейбусы. Плюс ко всему, пожилые люди, когда люди с остановки заходят в транспорт, для них существуют определенные проблемы. А здесь, так как троллейбусы низкополые, проблем не существует. То есть к бордюру подъезжает троллейбус, и человек сразу же переходит с автобусной площадки в троллейбус. Троллейбусы переехали в Химки из Москвы. Щедрый подарок сделал мэр Сергей Собянин после того, как столица перешла на электробусы. Пока вот первая партия, это 5 штук передано, 12, скажем так, они в пути. И при полном поступлении вот 17 троллейбусов в нашем Химкинском троллейбусном парке количество троллейбусов, которые вот низкопольные, будет составлять более 50%. Сейчас троллейбусы проходят техническую подготовку. В них установят камеры видеонаблюдения. После переоформления документации транспорт поедет по всем трем городским маршрутам номер 1, 202 и 203.